что ж, друзья, всем привет, с вами Света, ваш апоголик со вкусом. И сегодня я начинаю в какой-то веке свой выпуск из дома. У меня сегодня была всего одна съемка, и я решила, конечно же, что почему бы тогда не отправиться среди недели и так рано снимать вам выпуск. Сегодня будем с вами знакомиться с весенней коллекцией магазина Reserved или же Ren. Должно быть интересно, пойдемте смотреть. Так, ну что ж, друзья, полный комплект, кофе есть. И вещи, кстати, задала в гардероб, я вам скажу так. Я, наверное, вообще не знала, что есть гардероб в торговых центрах, а сейчас постоянно этим пользуюсь, это очень удобно, можно все абсолютно оставить и налегке ходить в шопинг-центр, так что пользуйтесь. Все, пью кофе и иду в магазин. Ну что ж, друзья, я нахожусь в ТЦ «Коламбус», и мы с вами заходим в Reserved. Смотрите, здесь еще написано, что последние дни распродажи. Интересно, что есть. Будем с вами все это вместе смотреть. На входе у нас здесь уже все розовое. Честно говоря, не знаю. Мне кажется, как-то розовый немножко с прошлого года поднадоел. Но сейчас будем смотреть. На этих манекенах я сразу заприметила джинсы. Смотрите, как они интересно смотрятся. А когда сбоку смотришь, кажется, как будто бы это юбка макси с разрезом посередине. Очень красивое сочетание оттенков. Темно-темно-синий деним с такой вот строчкой. 4000 рублей, неплохая цена. Кстати, на джинсы у меня сегодня больше всего падает глаз. Смотрите, как хорошо смотрится. Во-первых, по оттенку классные, такие выстиранные. Немного как баллоны, да, они выглядят. А 4600 такие стоят. Конечно, куда без всяческого рода разных жилеток. Очень люблю такие платья вообще. Смотрите, какая красивая здесь вышивка. Форма прям великолепнейшая. Единственное, конечно, 5000 рублей, мне кажется, немного дороговато. Но вот эти костюмы мне очень нравятся. Вы знаете, что я такое очень-очень сильно люблю. А здесь еще сочетание цветов такое интересное. Единственное, не уверена насчет вот этой темы. Надо будет все это дело примерить. 1600 стоит вверх. И юбка макси. Очень тоже симпатичная, стоит столько же. Здесь еще есть вот такое вот вязаное платье. Это какое-то платье, я не знаю, из-за детства, воспоминаний моей мамы. 5600 такое стоит. Очень плотно и очень аккуратно все это выглядит. Смотрите только на эти красивые рукавчики. Кстати, смотрите, что уже продают в Reserved'е, в Ре. Это тренчи. Ждали мы с вами очень долго, все было непонятно, как так весенняя коллекция и без самой популярной верхней одежды. 6000 рублей здесь такой стоит. Красивый, кстати, цвет, очень такой макси размер, класс. Ну и куда, конечно же, без казачков. 7000 рублей такие стоят. Если говорить про деним, то смотрите, какой большой выбор его стал. Тут у нас с вами прямые джинсы, 3600 в основном стоят. Очень популярная сейчас тема, конечно же, это когда у нас с вами total denim. Тут у нас представлена и юбка, и мне нравится вот такая за 5600 джинсовка, можно так назвать. Очень даже классно сделано, интересные детали. Джинсовое платье так себе, поэтому не буду акцентировать на нем внимание. А вот джинсы прям отличнейшие, смотрите. Прямые тоже 3600 такие стоят. Очень приятный и плотный на самом деле хлопок. Прям смотрите, какой выбор. И классные оверсайз футболки. Обожаю такого плана. Они как будто бы выстиранные и хорошие размеры. 2600 такая футболка стоит. Друзья, ну обожаю. Что сказать, вы бы еще знали, какое это вообще все приятное. Очень красиво, правда. 3600 стоит, но я бы отдала намного больше, потому что исполнение этого кардигана просто вау. А здесь, кстати, еще скрывается очень классная жилетка. А классная она тем, что помимо того, что она черная, просто классическая, здесь смотрите, какие классные детали. Сейчас все необработанное, все как будто вы сами обрезали. Очень популярно, поэтому берите себе на заметку. А жилет стоит 4000 рублей. Здесь еще есть и такой же, смотрите, пиджак. Кстати, и такого плана темно-синий тоже очень даже хорошо смотрится. Интереснее, чем укороченный. 7600 такой стоит. Есть еще брюки за 4600. И жилеты вот такой формы тоже. Но я за тот первый.
А здесь, смотрите, что еще есть. Вот я не знаю, нафига я вообще покупала себе в Заре такую, если в каждом магазине сейчас продается. 7000 рублей, классный такой серый бомбер. Он тут еще и представлен с юбкой из аналогичной ткани. Посмотрим, сколько стоит юбка. 2600 стоит мини-юбка. Кстати, очень мне нравится вот этот, знаете, тренд на мини. Наконец-то можно будет хоть чем-то блеснуть, я не знаю, этой весной. Жилеты, конечно, вообще, вот какие только хотите и какие не хотите, все это здесь есть. Ой, очень симпатичные костюмы. Я такое люблю, каждый раз вам показываю. Во-первых, очень приятный хлопок, плотный, без всяких катушек, насколько вы помните, 4000 рублей. Но смотрите, кстати говоря, кто смотрел вам прошлый выпуск, я показывала в МАК. Толстовку очень мягкую, невероятно вообще, но она тоже была сделана из вот такой вот ткани, что подкладка выглядит, как будто бы носили уже очень-очень много лет. Ну вот не знаю, честно говоря, но честно, приятно. Выглядит не очень, но приятно. И 3600 стоит худи к нему. Вижу еще один классный костюм и иду, конечно же, к нему. Смотрите. 6000 рублей стоит такой, знаете, я даже не знаю, как это назвать, потому что, ну, прям куртка, действительно, потому что довольно-таки плотная, но укороченная, но красиво смотрится. И юбка, уж цера костюмов у нас настала, просто костюм одеваешь и не заморачиваешься, это большой, конечно же, плюс. Ну и выглядит это, правда, стильно. 3000 рублей стоит юбка. Еще немного бомберов в наших любимых цветах. 6000 рублей такой стоит. Очень мягкий и приятный. Также мне нравится костюм такого вот плана. Во-первых, серый, отличный. Они довольно-таки плотные, еще с утеплением. Худи 3600 стоит. Красивое сочетание с зеленым, такие вот Country Club, да. Мне кажется, все костюмы сейчас, которые продаются, все с этой надписью. Но выглядит, правда, хорошо. И штаны внизу с резинкой, с узкой, удобной, 3000 рублей. Так, пройдем сквозь распродажу, посмотрим, что же есть здесь такого. Так, ну платье по 1000 рублей. Сейчас посмотрим, можно ли что-то зайти, найти симпатичное за такую сумму. О, ну и сразу первое, что мне попалось, это платье за 600 рублей, девочки. И моей любимой формы, это платье на запах. Очень красивая. Летом, я думаю, будет вообще отличнейшее. Красиво смотрится, кстати говоря. Смотрите, какие здесь плотные эти вот манжеты. Но явно не на 600 рублей это все выглядит. Блузы указано по 800 рублей. Смотрим ближе. Так оно и есть. Очень приятная, правда. Ткань прям великолепнейшая, базовая, хорошая. Единственное, это такая мягкая блуза. Не будет она форму держать. Но хочу вам сказать, что это 2XL, и она не выглядит как супер огромная. То есть покупаем и носим. И, кстати, выбор тут большой. Ну, кстати, очень классные сапоги. Всего 2000 рублей стоят. Смотрите, какие. С квадратным носиком. Прикиньте, 100% кожа за 2000 рублей. Вау. Здесь у нас с вами по 1300 мини-юбки. И пуховики по 3000, есть еще и по 1600. Ну, вот это вообще, конечно, парки такие вообще великолепные. Так, вам быстренько пройдусь, покажу, чего здесь только нет, каких только пуховиков нет. Вряд ли это, конечно, последние дни распродажи. Тут распродажи будут еще идти, я думаю, что долго. Заходим с вами в классику, давайте смотреть. Меня сразу привлекло вот это вот платье. Смотрите, какое красивое. Еще с новогодней коллекции Reserved заставляет меня обратить внимание и рекомендовать вам именно этот магазин в поисках платьев. 4600 такой стоит. Очень плотная ткань и очень стильно будет смотреться. Те его юбка плюс в красивом сером цвете. Смотрите, какая необычная сборка. Покажу вам ее стоимость. 600 пока стоит. Хотела сказать, что пальто на самом деле еще мало, но вот что-то все-таки есть. 9000 рублей. Пальто такое довольно-таки крупное, соответственно, будет вас визуально расширять. Ой, смотрите, какое платье красивое. Это, конечно, не знаю, прям очень стильно. Необычно сделан вот этот ворот. Я, честно говоря, не сильно люблю такое, меня это все душит. Но здесь прям мне нравится. Посмотрите, какая сборка.
вообще великолепно, длинный рукавчик, и будет и стройнить, и подчеркивать. И здесь меня вообще не бесят эти стразы, я надеюсь, вам видно их. Смотрите, как оно блестит. На такой ткани сочетание очень даже классное. И также обращаю ваше внимание на это платье. Очень красивое макси-платье с большим разрезом. Очень симпатичный цвет, правда. Сзади все это закрыто. Прям вот резервит меня, честно говоря, удивляет. 4600 стоит такое платье. Друзья, еще немного костюмов. Сейчас выясню, шорты это или юбка. Это все-таки шорты. Шорты сейчас бьют рекорды. Очень приятные, правда. Очень невероятно плотная ткань. Что, конечно же, является плюсом. А жакет также из плотной ткани. Стоит 7000 рублей. Я сегодня, кстати говоря, прям такая вся в сером. Очень мне нравится мой новый рюкзак. Уже почувствовала его удобство на себе. Ну, а мы с вами пошли мерить и расскажу вам про него поподробнее. Я тут набрала всего-всего-всего-всего. Давайте начнем. Так, ну что ж, начинаем с, наверное, самого носибельного. Хотя сегодня, наверное, будут такие образы абсолютно все образы. Как всегда, наверное, давайте сначала покажу вам все это вместе, а затем уже по очереди. Начнем, конечно же, с куртки. Честно говоря, мне такая стилистика очень нравится. Как это называется? Бушлат, телогрейка, как? Телогрейка, да, наверное. Очень классно, правда, сделано. Мне нравится очень ее оттенок. Она, знаете, такое прям вот приятное ощущение в ней находиться. Она довольно-таки легкая. Она кажется теплой. Потом я нашла просто идеальнейшую футболку. Они не висят на вешалке, просто сложные лежат, но очень-очень хорошая и качественная базовая футболка. Сейчас сниму куртку и вам покажу. Очень хорошая базовая футболка. Невероятно вообще приятный хлопок. Она очень-очень мягкая, знаете, и такая прям вот гладенькая вся. У меня сейчас размер S, и, как видите, она довольно-таки короткая. Можно взять размер побольше. Но в целом, конечно, хороша, ничего не скажу. Рукавчик, то, что нужно. Ну и в целом, конечно, материал. Потом вам сниму, покажу вам, сколько такой стоит. Ну и, конечно, джинсы, друзья. Я вам показывала их на вешалке. Некие такие вот баллоны в очень красивом оттенке. Что-то между, знаете, таким голубым с зеленым и серым. Очень даже классно. Так, немножечко, конечно, есть здесь небольшие нюансы по талии, но, честно говоря, я уже смирилась с тем, что такого плана джинсы, они по-другому сидеть и не могут. Здесь средняя такая посадка, немного, видите, торчит, но при этом все довольно-таки комфортно, они свободные. Единственное, что мне как бы не особо нравится, это, понятное дело, то, что там обработанный край, из-за этого они довольно-таки как бы складываются, но на самом деле с обувью, мне кажется, будет хорошо. По длине, как помните, мой рост 1,69 м. Сзади сидит тоже все хорошо. Мне нравятся джинсы такого плана именно за то, что вот таким вот образом, там, где чего-то нет, они это все увеличивают. В целом, очень носибельный образ получился. Мне нравится даже с моим рюкзаком, как это все смотрится. Кстати, друзья, про рюкзак. Вы постоянно спрашиваете, чтобы я еще говорила, в чем я одета. Кстати, можем в конце на этом закончить. Посмотрим, как зайдет или нет. Вот. Но я хочу вам, в общем-то, рассказать про мой новый рюкзак, потому что он точно достоин вашего внимания. Честно вам скажу, рюкзак я хотела очень давно и искала подходящий мне дизайн. Этот же мне показался очень универсальным. Нашла я его в магазине Mills Carta. Это российский бренд аксессуаров и сумок. Рюкзак, правда, очень классный и вместительный, что для меня важно. Я могу с ним ходить на работу, потому что сюда помещается ноутбук. Конечно же, могу брать его с собой в путешествие, потому что он довольно-таки вместительный. Все это дело открывается. И здесь сейчас я вам покажу. С помощью вот такого вот шнурочка мы с вами открываем самое большое дело. И смотрите, сколько здесь места. Конечно, очень классно то, что здесь такие вот разные раздельчики. Все это продумано. Есть какие-то скрытые кармашки на липучках. Я туда собираю все, что мне нужно будет тут же под рукой, потому что рюкзак, правда, очень даже большой. А еще в комплекте идет вот такой вот кошелечек, который можно прицепить сюда на внешнюю сторону или же внутри, чтобы это никуда не делось и было у вас всегда под рукой.
Ну и, конечно, он выглядит очень стильно, не говоря уже про то, как он сделан. Правда, очень-очень качественно все это выполнено. Он у меня из нейлона и искусственной кожи, но только посмотрите на все эти детали. Очень ровные, красивые швы, все невероятно продумано, даже как вот эти вот темы. В общем, я довольна 100%. Ссылку я оставлю вам в описании. Сегодня, я думаю, вам еще не раз покажу его вместе с образами, которые я подобрала здесь. Так, и по поводу цен. Футболка на мне, кстати, был размер M. Нужно брать намного больше, честно говоря. 1700 стоит футболка, а куртка стоит 6000 рублей. Много женственности добавим этому обзору. Честно говоря, мне кажется, это первая макси-юбка, именно джинсовая, которую я примеряю. И, честно говоря, я влюбилась. Вот сегодня вам просто выпуск секретов. Все рассказываю. Смотрите, очень, правда, красивая. Что мне нравится конкретно в этой юбке? Давайте по очереди. Во-первых, конечно же, это то, как она сидит. Смотрите, все прекрасно село на талии, прям вот идеально. Единственное, у меня руки прям красные, смотрите, потому что я еле открыла вот эту вот пуговицу. Она какая-то очень жесткая. Что мне нравится еще? То, что сзади, как видите, не особо то что-то сплющивает, потому что проблема всех макси-юбок в том, что ткань довольно-таки плотная, и сзади, знаете, вашей пятой точки вообще больше не существует. И здесь же такой проблемы, на мой взгляд, нет. Мне нравится ее дизайн, то есть вот эти вот штуки, линии, да, во-первых, конечно же, это выглядит стильно, во-вторых, это делает нашу фигуру еще более женственной. Вот эти вот раскрешения, вот сюда вот сужение, очень классно, ну и, конечно, красивый такой вот там, где надо, чтобы вам в первую очередь было, конечно, удобно и комфортно ходить, разрез. Очень классно, не хотелось пригружать эту юбку чем-то, не знаю, сложным сверху, потому что она сама по себе не самая простая, поэтому просто серая плотная футболка. Кстати говоря, хорошая. Вот опять-таки показываю вам своим рюкзаком. Мне кажется, отлично. Знаете, прям уже даже каким-то летом веет. Единственное, смотрите, что я нашла, какую этикетку на этой юбке, беречь от огня. Кто знает почему, напишите, пожалуйста, потому что немного странновато, конечно. И здесь 99% хлопка и эластан. Может, потому что в этой юбке ты можешь конкурировать с огнем, потому что в ней вы будете очень горячи. Ну и куда же без уютных костюмов? Это правда такой. Я вам уже рассказывала, что оттенок прям идеальный, но хочу, конечно же, показать именно на себе. Думала, что будет мне прям совсем маловато и будет так себе, но нет. На мне сейчас штаны XS. Сейчас именно такие размеры, но мне, честно говоря, нравится. Вы знаете, даже не хочется как-то подворачивать эти штанишки. Прям вот все шито идеально, смотрите. Карманы не просвечивают, потому что ткань довольно-таки плотная. На талии все сидит идеально. Здесь, единственное, нет никаких шнурочков. Сзади тоже все сидит хорошо. По длине отлично. На мне худи, по-моему, S. Тоже XS. Сейчас точно скажу, какой я взяла. Да, представляете, на мне худи XS, но он довольно-таки хорошего размеры. Понятное дело, что там с какими-то лосинами, да, не поносишь, но в целом очень даже неплохо. Очень-очень жаркий костюм, потому что он еще с вот таким вот мягким утеплителем. Еще посмотрим по составу. Кстати, тоже написано «беречь от огня». Так, 65% хлопка, 35% полиэстера. Ну, прям очень крутой. Вот знаете, хочется одеть такой и пойти, не знаю, на какую-то прогулку или же отправиться в путешествие, потому что очень комфортно и удобно. Ну и, конечно, не могла не примерить этот костюм, но, знаете ли, с небольшими погрешностями. Давайте по очереди. Конечно, вверх. Я вам говорила еще на вешалке, что вот эта штука, она сомнительная, она очень высоко действительно расположена, соответственно, видно нижнее белье. Поэтому, не знаю, может быть, без него, но, опять-таки, если помните, в Лайме, когда я показывала вам похожий костюм, то там сверху не было никаких подкладок, но снизу они были. Здесь же ничего нет. То есть, по факту, это все просвечивает. Другой вопрос в том, что здесь, конечно, все очень даже так рябит, поэтому ты не будешь куда-то там присматриваться, но надевать какие-нибудь, не знаю, красные трусы не в этот раз.
Вот. Мне не нравится вырез. Как-то он очень, знаете, простит эту кофту. И на самом деле, если бы не эта юбка, если бы не этот комплект, то отдельно кофта, ну, такая себе. Хотя рукавчики тоже длинные, все великолепно. Юбка, честно говоря, намного даже интересней. Но здесь есть вопросы к длине. Смотрите, на мой взгляд, с моим ростом немного не хватает ей длины. То есть как-то вот ни туда, ни сюда. Но в целом, конечно, костюм очень даже интересный, как вам. И я нашла идеальнейшие джинсы. Запоминайте, пожалуйста, 5000 рублей, но они того стоят. Очень и очень красивые. Давайте начнем сверху вниз. Я решила примерить вот такой вот полупрозрачный. Не знаю, как это назвать вообще, свитер, лонгслив, что это. Но, кстати, выглядит очень даже интересно. Вот эти дырочки очень прикольно смотрятся. Он такой вот укороченный, с длинными рукавчиками. Вполне себе. Конечно, это, мне кажется, это синтетика. Сейчас открою, вам покажу. Но в целом, конечно, выглядит интересно. Ну и джинсы, друзья. Во-первых, очень красивый оттенок. Смотрите, прям идеальнейший. Сидят просто супер. По форме они напоминают джинсы, которые сегодня на мне, но при этом они прям вот, знаете, менее широкие, что ли. Мне это очень даже нравится. Здесь тоже такая заниженная посадка. Как мы вообще к этому пришли? А я не понимаю. Еще, наверное, несколько месяцев назад я вам говорила, я пока не могу такое носить. Сейчас же ношу и вообще радуюсь. Но на этой заниженной посадке они сели идеально. Сзади они сели тоже идеально. По длине все просто прекраснейше. Вышла вам, кстати, даже в другую примерочную показать. То, насколько хорошо сидят джинсы. Так что на карандаш себе, девушки. В резерв этот теперь есть очень хороший джинс. 1600 стоит такой свитер. Кстати, наговорила я на него. Здесь вообще-то 78% хлопка. Ну и немного классики с хорошим брючным костюмом. Сверху вниз жилет. Кстати говоря, даже проверила, что это за размер. Но мне это размер S. Видите, какой он прямо свободный. Но на самом деле я сначала расстроилась, а потом поняла, что это даже хорошо. У него, видите, очень прикольно застегивается здесь все на пуговичках. И то, что он такой оверсайз, это выглядит очень даже неплохо. С джинсами будет смотреться тоже классно. Ну и брюки. Очень широкие брюки со стрелкой. Немножко не хватает мне высоты. С какими-нибудь каблуками будет вообще красиво. На талии сели вполне себе хорошо. Сзади тоже. Очень плотная и хорошая ткань. Прям в резерве в этом плане вообще все великолепно. Костюмов очень большое количество. Ну и, конечно, качество отличнейшее. Ну и, пожалуйста, вам такой вот нескучный моментик. Можно, кстати, и с шортами такой костюм здесь приобрести. Сейчас покажу цены. Здесь видите, как я вам показывала платье, тоже есть такая вот нить блестящая, очень интересно смотрится. И по ценам брюки у нас 4600, кстати, на мне XS был, и жилет 3600. Ну и давайте введем новую традицию, расскажу, что на мне одето. Друзья, на мне лонгслив из Сейлы, очень классный, я показывала вам его в обзоре. Рубашка из Uniqlo, к сожалению, таких уже не купишь. Джинсы у меня, я вам рассказывала, что у меня нет серых, а потом вспомнила про эти из магазина HS, именно так называется. Уги у меня от UGG с такой вот штучкой. Ну а рюкзак вы теперь знаете, где такое искать. Ну и давайте по нашей с вами традиции подведем итог магазина Ред. Честно говоря, каждый раз я выхожу отсюда с прекраснейшим настроением, потому что мне нравится все. Я хочу купить все эти джинсы, я хочу купить эту джинсовую юбку, великолепнейшие футболки и рубашки. Честно говоря, не было вещей, которые мне сегодня категорически не понравились. В общем, я довольна. Напишите свое мнение в комментариях. Я благодарю вас за просмотр, благодарю вас за эту активность. Подписывайтесь обязательно на мои социальные сети, там будем с вами знакомиться поближе. Ну а вам я, как всегда, желаю отличного дня и отличного шопинга. Пока-пока!